Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон Тиранит, и мы продолжаем играть в Майнкрафт Майнинг, и вот сейчас мы уже опять куда-то, чувак, ты пехнулся. Да, мы уже четвертый раз пытаемся записать серию, потому что у нас все время выбивает, и меня это очень сильно бесит. Или лаги, или еще что-то, ладно, ну, в принципе, мы заканчиваем уже проходить вот этот данж. Как мы, ну не знаю, в этом, по крайней мере, данже мы в нем пробегали, мы не заметили никаких боссов, нет, ну как боссы были, но они как-то куда-то исчезали, вот это меня только что потрясло, и меня это удивило, если честно. Да. Что, я не понял, куда они все время бегали. А так, в принципе, да, мы уже почти закончили, вот мы наверху уже, все дела. Так, ладно, давай выбираться сюда. Давай. Я так думаю, сейчас мы пойдем вот на это. Можешь мне бревна скинуть, это у меня нету блоков. У меня тут 4 осталось. Я думаю, хватит. Ну да, хватит, я в принципе так. Оп, 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 оп. Все, хватило, нормально. А, мы идем домой, поскладываем все вещи. Где наш дом? А, ну у меня есть маркер. А что мой маркер пропал? Хрен прикинь, знаешь. Мой маркер пропал. Лол. Идем домой или идем сразу на остров? Так, настройки. Идем. Нет, 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 домой, домой, домой. У меня маркер пропал, мне надо поставить маркер. Ты где? Сейчас, я тебя тпхну, иду домой. И там это... можно было просто повести меня. Да пофиг. Ну вот как-то так мы закончили вот эти вот водяные похождения, только что-то довольно-таки странные получились, там слегка чуть под... да, что такое? Слегка чуть подлагивало, слегка были какие-то странности и так и тому подобное. Ошибки, выбивания, да. Короче, запались, мы проходили вот этот данж. Так. Очень все странно так было. О, мы где мы эмиральды? А, вот мы эмиральды. Сейчас, так. У меня тут такая куча всяких ресурсов. Я сейчас вот это все поскладываю. Алмазы. Там можно с алмаза сделать такую одну интересную штуку. Я сейчас как раз хочу ее сделать. Так, а что у меня? А у меня штаны пропали. Ну, вот сейчас я эти штаны поставлю. Повыбивали. Да, мы выбыли револьвер. Но для револьвера нужно пули. А как эти пули сделать? Я хрен его знаю, если честно. Ну да. Так, из алмаза у нас делается как рукоять. Там можно сделать такой огромный меч, по-моему. А, реально, реально. Сейчас. Ух ты, а это что такое? Можно гарпун сделать, прикинь? А тут можно еще броньку совершенствованную сделать. Как бы обычную броньку и вокруг нее еще раз такую же броньку. Получится хэви бронь. Там какие-то резисты на нее идут, но уменьшается скорость. Не знаю, сколько. Как сделать это вот рукоять, мне вот интересно. Ага, железо, вот так вот палки, да? Так, 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 так. Сейчас я себе сделаю такую рукоять. Так, железо и вокруг нее три палки, по-моему. О, что это такое написалось в чат? Приготовься для мультипимпакта. Припер... я так понял, это метеорит упал или что-то такое. Может упадет? Living entities detecting... Airspace, то есть где-то... Может это тоже звуки, то что мы слышали, может это метеориты падали? Возможно, реально возможно. Блин, знаешь, что мы затупили? Мы затупили, мы были в библиотеке и не взяли оттуда книги. Книг, да. Давай, дебила, это сила. Ну ё-моё, как мне теперь зачаровать этот супер могущий, охрененно здоровый меч? Просто сколько у него атаки? 8, но зато скорость минус 5. Бом-бом-бом-бом. Так, а ну-ка, попробуем зачаровать на максимум. Так, 8? 8 максимально? Ну ладно, 8 так 8. Гибель насекомых. Да, полезно. Да, да, очень. Ну ладно, в принципе, хоть что-то, хоть как-то. Так, это сюда тоже ложим. Далее, что тут все, в принципе, нормально. Ну все, можно куда-то бежать. Ща, у меня тут еще куча всяких ресурсов. Так, кстати, как сделать это? Даже кожу надо пережарить, да, по-моему? Да чего? Чтобы сделать этот бэкпак. Да не, можно сразу вот так. Ну, если пережарить, то он... А что она не жарится? Офигенно. Если пережарить, то она, походу, лучше получится, или что такое. Чё, у меня кожа не жарится? Странная кожа. Так, а если я ее так вот сделаю, так посмотрю. Ага. То есть у нас вот таки дан делается, да? А если мы вот так вот сделаем. И что это? Кожа импа? Кожа импа. Из кожи импа просто делается обыкновенная броня. Зачарованная слегка. Так, ну ладно, в принципе, сделаем таким вот образом себе. 2 бэкпака на всякий пожарный, вдруг они мне пригодятся, хрен их знает. Фух, так, вроде все. У меня и покушать есть, если что, немного. И что еще есть? Не знаю, у нас, по-моему, все это покушать разлетается просто в пух и прах. Да, реально. Вообще как-то. Ну, можно, в принципе, с собой носить. Так, топор, в принципе, пусть будет. Это мысль этого. Это все можно попрятать. Меч, нет, меч пусть будет на всякий пожарный. Это тоже. Тоже. Все. Ух, капуча, возьму тоже. Нет, меч у меня есть. Сейчас я его тоже зачарю. Ну что-то реально нужно вот эти взять, книги где-то добыть.
если где-то... Я не знаю, они сказали преперинг, и что-то как-то ничего не это. Ну да. Ну, в принципе, тогда, когда вот эти звуки были, тогда нифига не писало. И... Ну, странно. Прикинь, сейчас в наш дом просто прилетит, это огроменная хрень, и просто взорвет нас просто. Надо будет еще дом вообще построить, мы совсем из-за этого забыли. Да, ну, немного позже. Да. Еще, наверное, пойдем. Что там? Я не знаю, я правой кнопкой нажимаю что-то на меч. А, это типа, наверное, силовая вот атака, да, наверное, да, меча моего. Ну, подожди. Взрывается. Подожди. На! Так. Прикольно. Мне понравилось. Давай идем поспим. А, стоп, я метку поставлю, метку там. Дом. Угу. Дом. Все, я дом поставил. Так, теперь веди меня, давай. Иди, ты хотел меня там куда-то. Да, давай поспим. Ну, в принципе, да, можно, почему бы и нет. Не знаю, у меня такой меч здоровый. Компенсирует недостатки в одном месте. Если вы понимаете, о чем я. Хотя у меня нет недостатков. Так, ну что, веди. Давай, бежим. Ты там говорил, куда-то хотел меня повезти. Да, мы идем на пиратский остров. Да, только не забывай, я медленнее теперь с этим мечом бегаю. Он просто очень тяжелый. Ну, сними его, потом оденешь. Так нет, он, по-моему, когда я все равно в инвентаре, он все равно медленнее бегаю. А. Наверное, так. И-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Или нет, кто его знает. Ну ладно, в принципе, ты мне веди, посмотрим, что оно такое. Так, друзья, вот вы мне расскажите, как вы вообще относитесь вот к таким поискам сокровищам? Хотели бы вы, не знаю, сами себя почувствовать в поисках сокровищ, например, когда смотрели фильм такой Диана Джонс, либо другие какие-то такие приключенческие фильмы? Мне вот хотелось бы просто вот себя действительно почувствовать таким вот поиском сокровищ, расхитителем гробниц, который там все вот так делает что-то. Подожди, я сейчас прогружу, потому что мне что-то прогрузить надо эти все янчанки. Угу. Слегка подлагало. Вау. Чё? Я просто вообще вокруг себя ничего не вижу. Так, и хотели бы вот тут себя действительно так почувствовать, либо мне вот хотелось бы, не знаю, там найти какое-то сокровище. Мне вот в детстве очень нравилось, например, что-то такие типа игры играть, там в сокровища искать, там, не знаю. Мне вот знакомый рассказывал, у него был тоже друг, но друг там знакомый, там типа старше его там на 2 или 3 года, так он там взял, получается, распечатал, получается, бумагу, ну, на А4, там, не знаю, такую карту типа распечатал, потом взял ее в земле так и измотал, пошуршал ее и потом закопал ее, эту карту, и типа сказал, типа, я там знаю одно место, типа, пойдем туда, там посмотрим. Ну, им было лет по 11, ну, ему где-то 11 было, а этому чуваку где-то было 14, и вот это взял, так все сделал, типа, пойдем, я там знаю, типа, одно место, там, походу, карта сокровищ, он такой, ну, ладно, типа, пойдем. Взял, тогда туда выкопал, и тут такой, ё-моё, реально, карта сокровищ, какого хрена, ну, просто так прикольнулся на типом, и потом на той карте была карта, ну, распечатана, типа, где сокровище, а он, ну, все заранее подготовил. И там сделал это сокровище, и не знаю, там такой маленький сундучок положил, или еще что-то там убиваешь. Да, вот эти штуки выпадают для Bubblegun, или как там он называется. Ага. И получается, там он приготовил такой маленький для него, типа, сюрприз такой. И это все справился, и я не знаю, у него столько было восторга от этого всего, ну, это не знаю, вот, ребята, вот это серьезно, так довольно-таки прикольно, я считаю. А вы как это к этому относитесь, так что пишите в комментариях, я обязательно почитаю, да, в принципе, Эдисон тоже почитает. Ну, да, ностальгия, помню. Не знаю, кому где-то сейчас по 15 лет, то думаю, еще не играл, но я помню тоже в мое время еще, в принципе, и компьютеров не было. О, воу, что за корабль, что за пираты? Револьверы. Смотри, да, на лодке плывет. Ё-моё. Они стреляют? Реально, так. Вол! Сейчас. Это логово пиратов, это логово пиратов, боже мой! Давай сюда на гору. Ай-яй-яй, так, на, умри, пират. Так, ну какие-то они такие, ватники. Тут железный какой-то пират. Тут еще и этот. На. Да, ну, не подходите. Блин, они меня сейчас расстреляют просто, лол. Лол, что вы делаете? На тебе. Вампиры? Так. Да, блин, тут, я не знаю, они в сговоре, получается, с вампирами. На, я просто буду взрывать их просто вот так вот. На. Черт. Так вот там вот чувак, вон, видишь, да, такой. Да, давай ты их отвлеки, я пойду домой. Я хочу взрывать. Да блин, он меня отталкивает, когда стреляет. Иди сюда, я тебе сейчас просто засуну тебе эту пулю в одно место. Ты пират или кто? Давай! Драться на честных, у тебя в револьвер, у меня нет. Не, у меня в принципе есть револьвер, но у меня пуль нету, там. Да. Сейчас. Опа, тут еще один пират, давай, иди сюда. Ой, тут еще, тут столько пиратов, ты где бегаешь, мне страшно. Нет, они меня сейчас просто расстреляют. Тут еще один железный. Да ё-моё, нет, я не хочу опять умирать. Так. Боже мой, там кто-то с чем-то стрелял, паутиной какой-то, или еще чем-то, я больше не понял. Так, сейчас. Ух, тут... Да иди ты... Что за взрыв был? Мне. Так, сейчас. Что это взорвалось? Короче, мне капут.
У меня пол сердечка. Боже мой, столько лодок. А, ничего себе. Да боже мой, мы... Мы этот... Этот осин... Как оно? Гнездо осиное просто... Пиратское. Как оно, блин? Да, пиратское гнездо просто... Как оно называется? Просто... А-а-а! Потревожили, во! Да. Просто, я не знаю, их просто огромное количество сюда поприбегало. Ай, ты заколебал стрелять со своим револьвера. Иди сюда, дерись как мужик. А, у меня шлук есть, ё-моё, чё я туплю. На. А там куча спавнеров, нужно все это разрушить. А там спавнеры, да? Да, просто нереальное количество. Я же не знаю, я же туда даже не могу подобраться, там просто тут-то... Все так очень опасно. И, а, если вот эти спавнеры не осветить, то вообще смысла даже нету. Да нет, это вообще жесть. У них, блин, я, это кто там малмаски? Я думал, они там же... У них еще и щиты есть! Да. Да вообще жопа, просто полнейшая. Так, я не знаю, как туда пробраться. Я не знаю, я попробую заднего хода как-то к ним туда подобраться. Давай. Получится, потому что... Я их попробую это просто отвлечь. Полнейшая попень. Они заколебали это все время расстреливать, потому что это вход какой-то. О, тут... Да, тут вход какой-то я нашел. Не знаю, что это, куда это вход, но вот он куда-то ведет. Так, да так, ну так, нафиг. Так. Опа, что это за сундук? О, я еще один меч нашел. Еще железную броньку. Так, а где спаунеры? Я спаунеров тут не вижу. Я на их не базе. Так. Я на их базе. Ай! Ай-яй-яй-яй! Откуда они берутся? Я спаунеров ваших не вижу, откуда вы все. А! Еще я попытаюсь пробраться на корабле. Давай, беги сюда, тут сложно одному. Да. Мы должны вместе сражаться. Ну ща, я как-то... Тут друга, просто два меча, но они ему не помогли. Просто. Я вот не могу понять, откуда они лезут. Да. Так, ща. Бам! Так, ща. На. Ой-ой-ой, не знаю, они в ядрами что ли встречаются или что? Так, что-то это странное. Так, на, все, отлично, я убил одного. Нет, я много убил. Это что, сортир их не, или я не могу понять, что это? Так, я бегу. А, это их логово, где они все время бухают. Че здесь выпивки нету? Я тоже выбухнул бы сейчас. Так, ну вообще, конечно, шучу, я не бухнул бы, но все-таки. Давай, ты где вообще, Эдисон? Я тебя потерял. Я тут освещаю вот это все дело. Так. Боже мой! Я хочу. Я бегу, как попасть на корабль? Как на корабль? Я хочу на. А, ты уже на корабле, да? Так, и что там на корабле, интересно что-то? Да, не знаю, сейчас туда спущусь. Так, я к тебе, давай. Друг! Так, стоп. Охренеть, они еще с зельями кидаются. Да? Где? Да. Что? На! Что здесь? Гальюн, где? Что? Нет. Так. О, опять что-то, слышал взрыв? Это, наверное, да. Они ядрами когда стреляются, если они вообще здесь есть, эти ядра. Походу. Так, я железно убиваю. Интересно, здесь у них босс есть вообще кто-то главный? Кто у вас здесь главный? Ну выходи, пират. Артиллерист, да, видишь, у них артиллерист. Это их не сокровищница. Так, у меня пол сердечка. О, еды тут просто дофигища. Лечебные зелья еще всякие. Стрелы, факелы. Так, меч ни о чем. Ну, все остальное тоже ни о чем. Я тебе могу скинуть зелье, если тебе надо. Тут у нас что? О! А, реально, у меня же зелье есть. Я что-то забыл. Я меч, кстати, выбил такой, как у меня, здоровый. Тебе надо? Может потом зачаровать где-то, я не знаю. Давай. Вот, на. Он реально такой здоровый, просто огроменный меч. Так, это аккуратненько. Что тут все? Здесь свечкой проверим, да? Угу. Так. Это просто жесть, эти пиратские логово! Давай, выбираемся отсюда нафиг. Так, я наверх. Я хочу посмотреть, что там еще наверху. У них тут целая база, надо по базе-то побегать, тут посмотреть, что творится. Хотя я сам бы себя почувствовал бы пиратом, если честно, было бы прикольно так понападать на разные корабли, которые там где-то плавают. Так, опа! Это прыгнул. О! Фига себе, тут кто-то ядром стрельнул. Тут босс! Где тут босс-вампир! Но он куда-то исчез опять. Да что за хрень? Куда они вообще исчезают? Я не знаю, они просто боятся нас. Они нас видят, и сразу у них все трясется, все жилки, и они тыкают. Так, я даже забыл, это ж не вампир, это гитлеры, блин. Гитлеры. А, да. Они все время зиги кидают. А ты куда? А, я тебя вижу. Сейчас. Я наверху, я чуть выше поднялся. Привет, друзья! На! Ух, я вихняю вот это. Что за звуки? Ты слышишь это? Ты не знаешь, что это за звуки? Ты не видишь, где она, что она творится? Нет, вижу, нет, все, боже мой. Ай, не стреляйте, я хороший. Нет, я вру, я плохой. Нет, я хороший, почему? Я убиваю пиратов, я хорошее дело делаю. Так, друзья, где вы, что вы, кто вы, так, пираты? Я забежал в ихнюю спальню или что это такое? Так, сейчас залутаем. А, блин, куда босс-то исчез?
О, я тоже еще такой. О, что это? Иронский. А почему у них босс этот, как он называется-то, вампир? Почему? Где я хочу босс пирата увидеть? Босс пирата у вас есть? Привет, друзья, что вы тут делаете? Ну-ка, быстро разбежались, быстро мне бутылку Эля, Пинта, я не знаю, что вы там бухаете. Быстро выложили. Просто иди сюда. Так. Что ты там стреляешь по мне? Артиллеристы хренов! Давай. Я сейчас постреляю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! У меня полсердечка осталось. Я тебя тпхну, если тебя найти не могу. Надо было своими силами! Да пофиг. Давай, пробегай. Опа! Что это чувак делает? Ну, иди сюда, иди сюда. Стой, 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 не спугни, не спугни. Смотри. Просто смотри за ним. Угу. Все, все, он это не делает. Он только что садился и вставал. А ну-ка давай, на шифте. По стелсу. А мы слушай, может здесь сокровищница есть? Ща. Нет. Давай, давай ему по башке. О, видишь, опять сел. Ага, давай, один. Смотри, смотри. Ща. Опа, 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 опа. Нежданчик, да, такой нежданчик. Он прямо что-то чувствовал. Он такой, что это за нафиг? О, тут прямо весело. Ой, я их всех, по-моему, поскидывал. Пофиг, давай, вот, пираты, главные пираты в алмазках. Давай, иди сюда. Запалил, чувак. Просто скидывай, просто их скидывай. Дави их интеллектом, интеллектом их дави, давай. Так. А где их эти, как они называются? Это попугаи! Это, что за пираты без попугаев, я не понял. У вас должны быть пираты, которые кричат там «Полюндрэ!» Не, ну тот парень, который просто такой «Что за нафиг?» Он, походу, просто обосрался. Ты где вообще бегаешь? Что ты там делаешь-то? Не, ну смешно было. Такой стоит, такой, знаешь, медленно так оборачивается. Опа! И знаешь, такие впечатления, как будто это не моб, а какой-то чувак именно играет, который за него... О, что-то сам взял с себя, убил. Так, надо еще зельки. Да они все вниз попадали. Да дырки. Пофиг. Так. А что тут? Фиг чё знает. Тут еще что-то. Почему здесь тайников? Блин, не знаю. Те, кто создавали это, надо было тайники какие-то поделать. О, я гранату нашел, лол! Вот мне реально интересно, почему не выпадает, не спавнится в сундуках вот эти все вещи. Как их вообще достать? Тут вообще все странное с этими, блин, данжами, хранжами, тут вообще ничего не понятно. Ну, вроде дофига чего, вроде всякой брони туда-сюда, я всего это понять не могу. Друзья, если вы знакомы с этими модами, сейчас я вам покажу. Вот с этими модами, если вы знакомы, вот с этими, ну нет, не с этими, вот с этими модами вы знакомы, вот с этими вот оружиями туда-сюда, вот с этим вот всем, если вы знакомы, вот особенно вот с этим, Ender Helmet, ого, нифига себе. Если вот с этим всем вы знакомы, огромнейшая просьба. Пишите нам под комментариями, где это все раздобыть, как с этим всем бороться и что с этим делать, пожалуйста. Я просто реально не знаю. Просто я сейчас смотрю, и тут крафтится какая-то пушка, например, да, тут какой-то рог Минотавра, какой-то там палец девственницы, еще тут что-то, и вот это все скрафтишь, и меч какой-то получится. Только вот где это все взять, фиг его знает. Пожалуйста, просветите нас таких нубасов, потому что мы вообще ничего не выкупаем, что как делать. Смотри, нам что, выше, да? Да, ну просто в эти моды мы как бы первый раз играем, можно так сказать, поэтому... О! Мы нашли этого! Мы нашли главного! Бей его, бей его! Это капитан пиратов! На бордаж его бери! Давай, давай! Главное, чтобы он хотя бы... Опа, он кого-то призвал! Он свой, это, он клона сделал! Он клонов вызывает! Смотри, клона вызывает! Куда он делся? А, нет, вот он, я его нашел, давай! Давай! Бей его! Ты где? Ты что, я все за работу делаю за тебя-то? Что за фигня? Давай, бей его! Куда? Что? Ты за спину спавнишься, скотина такая, а? Ничего, мы тебя все равно и забьем. А че он вообще не отвечает? Что-то какой-то ватный, что-то не знаю, что-то не дерется. А ну подожди, стой, не бей. Он будет бить нас? Будет, бьет. Да? Я не бьет. А тебя бьет, да? Да. Воу! Нет! А, ладно, в принципе, он так уже и много полечился. И все, мы его убили. Убили. И что, с него что-то упало? И выпало что-то? Даггер вроде его выпал, и больше нифига. О, ух ты, что это такое? Скутер? Что еще за скутер? Скутер. Не знаю, я возьму себе, что это за скутер. И какая-то палка. Бери посох ветра себе. О, это реально прикольная штука. Что это за скутер? Куда он всовывается, этот скутер? А, ух ты, ёжики! Посмотри на меня! Вижу. Посмотри, я терминатор! Жесть, просто жесть. Кстати, там во времени не подошло к концу к серии? Да, как раз.
Смотри, как идеально. Мы как раз закончили серию, убили короля пиратов, и я стал терминатором. Класс. Тут еще какие-то пираты, да? Да, ну вот там вроде уже... Ай, выше... нет, прячемся обратно. Да, давай, да. Следующей серии закончим. Давай, заходи. Закрыть двери. Все. Друзья, на этом мы, в принципе, с вами прощаемся. Если вы тут впервые, то подписывайтесь на наши каналы, заходите на канал, узнавайте, что, как, зачем, почему и вообще откуда это все берется. Может, вам что-то интересное станет. Так что обязательно заходите, посмотрите. У нас много чего интересного. На этом, в принципе, все. Всем всего. До новых встреч, друзья. А, и обязательно подпишитесь по поводу того, что я вас попросил. Обязательно. Да. Потому что пока. Без вас мы никак. Да, пока.